Здравствуйте, с вами Александр, и сегодня я вместе с вами буду выпускать карпа в лужу. Вот такой у меня красавчик здесь сидит. Один, правда. Одного удалось вчера выкупить, из неволи вызволить. Один он маленький остался, остальные были все огромные. Один даже размером в длину с эту бочку. В общем, до этого я уже выпускал 6 штучек общим весом 2 килограмма. Но это было 6, а мне так хотелось 7. Ну, шучу, просто вчера заехал в очередной раз на разведку. Говорю, что из мелочи есть? Сказали, есть один. Ну и дали мне вот такого друга. Дали без воды, в пакет, благо до дома мне было ехать 5 минут. Ну, в общем, за 10 максимум я управился. Бегом бросил его в эту бочку. И там он у меня всплыл кверху пузом. Я испугался, что его все-таки убил. Ну, быстро наладил ему кислород аквариумный. Набрал водички. И полдня у меня в кислороде бултыхался, правда, кверху пузом. Но через пару-тройку часов он уже начал отходить, пытаться уходить на глубину. А уже с утра он очень хорошо даже бил по дну бочки. В общем, такие всплески давал классные у меня в ванной. В общем, все это было очень интересно. Итак, с этим проглядели, полезли в воду. Такие вот мои копанки. В общем, вот такая вот моя лужа. А, да, еще забываю резкость навести. До этого вода была прозрачная, но после того, как выпустил сюда карпов, тех предыдущих 6 штук, про прозрачность я тут же забыл. Они постоянно роют, мутят. Не сильная муть, не сильно вроде и до глины добрался. Ну, в общем, идем дальше. Вот таким образом я вытаптывал, начинал освобождать зеркало. Вот это все, что я натоптал, натащил. Вот Ара Гатулина мне помогала. Это игрушки дочуркины, мы очень любим здесь играться. Так, вода, ну вот такая вот немножко с пенкой. Прозрачность ее, конечно. Запущу я сюда и без зубок попозже. Чтобы они ее фильтровали, ну хоть прозрачность возвращать все равно надо. Не нравится мне такая прозрачность воды. Вот у меня сделана кормушка. А, да, глубина. Вот такая глубина в связи с жарой упала. В общем, стало мельче. Я здесь вот так вот, таким образом вытаптывал ногами. Немножко помулю. О, видите, какая тут муль. Вот так вот ногами. А ну, наверх, наверх. Во, черненькая. Наверх вот так вот тамчу, топчу. И оно становится глубже. Ну и карпы помогают углублять эту лужу. Да, я ее постараюсь, может, потом еще вручную лопату немножко углубить, чтобы они все-таки перезимовали. Ну а сегодня мы с вами будем выпускать очередного карпика на волю. Давай, дружок, будешь нам выплывать? Как бы воду тебе прозрачную сделать. А то и те уплыли, да, почти не показались. Ну или давай мы тебя за руку достанем. Не люблю я так делать, у них ожог бывает от этого. И не поймать. Вот ты какой хороший, молодец. Сил набрал так, что не поймать его. Вот такой красавчик, да, немножко вот покоцанный. Хвостик, чешуя. В общем, давай, дружочек, мы тебя выпускаем. Все, и ушел на глубину. Наверх он уже в ближайшее время не покажется. В принципе, не такая уж и мутная вода. Относительно немножко просматривается. Но я думаю, это дело все наладится. Корма тут хватает, жуков всяких. Начал я подкармливать также. Сделал им кормушку. Сейчас как раз посмотрим, что в этой кормушке. Когда я делал, были поплавки приглублены, притоплены. Ну что, кукуруза на месте. Они не очень любители кукурузы. А пшеничка-то, в принципе-то, исчезла. А ну что, кукуруза твердая. Она так и не размокла. Ну вот, собралась на бок. А ну, распределим ее вот так вот. И опять погрузим нашу кормушку уже здесь где-нибудь посередине. Так, тут поглубже. Во. По идее, когда они кормятся с кормушки, то поплавочки вот эти вот дзёбают. Ну, пока я еще этого не наблюдал. В принципе, корма им и так достаточно. Но хотелось бы, конечно, разнообразия. Вот такая вот глубина. Да, не важнецкая. Но добавлю, площадь тут нехилая. Тростника всего тут хватает. И глубины тут есть. Да, сильно больших глубин нету. Ну, в общем, вот такой вот мой эксперимент с карпом. Посмотрим, как он будет продолжаться, чем закончится.
и немножко показать вам водные глади и какие тут рельефы. А ну и может все-таки там в тростнике вода чистая, прозрачная есть, где они здесь не мутят. Ну тут водичка уже попрозрачнее. Лягушки у меня плавают. В предыдущие годы, когда были хорошие разливы, тут были тьма тьмущие головастиков. Прям полчища. В принципе, вот среди травы-то водичка попрозрачнее. Опс, опс, опс. Относительно прозрачная вода. Да. А там я и лопатой специально вот эти корни разрушал. Вон лягушонок прячется. Да, вон он, лягушоночек такой хороший. Вон он, вон он, вон он. Дружочек. Ну ты еще икру не накидаешь. Ну, твои родители это вполне сделают. Также у меня формируется проход сквозь тростника. Там есть более глубокое место. Сантиметров 70-80. В общем, я делаю им вот такой канал. Да, он немножко недоделанный. Да, в очередной раз у меня сначала появляется скотина, а потом я начинаю что-то для нее соображать. Но, по идее, его должны были съесть еще вчера. А тех вообще неделю-другую назад. Ну, у них будет минимум целое лето впереди. Лето на воле, вольной жизни. После которого, может быть, уже не так и страшно помирать будет. Хотя хотелось бы, чтобы они жили. Стали старичками-долгожителями. Метали тут икру. И тут были полчища всяких карпят. Зеркальных и незеркальных. Каких я сюда напускаю. Буду стараться все-таки делать максимальное видовое разнообразие. Ну, не все сразу, будем к этому подходить постепенно. Здесь вода уже не так глубоко, но имеется. А вот он и этот проход-коридор. Он длинный, поворачивает. Ну, метров 150 этого коридора точно есть. Ну, 150 бешу, но 100 метров точно есть этого коридора. В общем, работы предстоит немало. Все это активно вытаптываю. Вытаптываю, конечно, в кирзачах, в штанах. В жару, конечно, одетым не поработаешь. Это можно, когда прохладно, когда были вот такие дождливые деньки. Я тут одетым работал, потому что, ну, полосуют, все разрезают только в путь. У меня уже всяких микрошрамиков хватает на теле. Вот так потихоньку поднимается тростник. Надо его дотаптывать. И тогда он в воде будет загнивать, что, конечно, будет воровать кислород у моих карпов. Ну, блин, давать им все-таки открытую воду, чтобы гулял ветер. Вот такая, в принципе, прозрачная вода. Не могу резкость даже и получше сделать. Такая чистая прозрачная водичка. Но сколько я смотрел ролики про карпов, там, где живет карп, обычно вода мутная. Ну ничего, разберемся с этой мутнотой. Все будет хорошо. Вот, да, вон, прозрачная водичка. Сейчас, конечно, начало по чуть-чуть давать болотный запах, когда я начал активно все это дело топтать. Ну, а так, в принципе, было нормально. Вот такая вот лужа, вот такой вот мой эксперимент. В общем, будем восстанавливать водоем. Видите, в каком он печальном состоянии, да? Лягушечки, квакушечки тут только гонзают. Да, им тут хорошо. Водичка прогревается. Опять, для чего это открыл? Чтобы прогревалась водичка, чтобы было много питания. Карп любит очень много покушать. Питание и будет. Да и кислорода тут ветер гоняет. Еще собираюсь вот эту часть вытоптать, никак руки не доходят. Оттуда меня обычно юго-западный ветер в ту сторону клонит. Сегодня вот наоборот, восточный ветер. Ну, в общем, вот эту сторону тоже надо подтоптать, чтобы воздух гулял, ветер по водоему, перемешивал воду и насыщал ее кислородом. Буду засаживать всякими растениями интересными. А ну что, это у нас тут поплавочек загулял от ветра или? Или кто-то там рядом плавал? Кушать пробовал. Может, все-таки проплыл? Может, от волны он не так гуляет. В общем, вот такая красота. Вон у меня лодка моя лежит за $1 из бочек. Тоже ролик постараюсь оставить в описании или в подсказках. Вот такая вот еще раз моя лужа. Вот такая вот красота. Хотя было покрасивее, когда было прозрачно все. Ну ничего страшного, дело наживное. Ладно, не будем растягивать ролик. Итак, дорогие друзья, если вам показалась эта тема интересной, ну сейчас резкость подстрою, а то мне вечно с ней что-то не то.
Подписывайтесь обязательно на канал с колокольчиком, со всеми делами. И вы не пропустите всего того, что еще за моей спиной. То есть карпы, рыба — это малая часть, малая доля процента во всем разнообразии того рая, который я хочу создать вот этими вот руками. Ну, я буду очень рад, если ты, зритель, ко мне присоединишься. Вместе мы огромная великая сила. Еще я буду больше рад, если ты будешь повторять это у себя на своей земле. И вот таких оазисов прекрасных будет становиться все больше и больше. Желаю тебе, дорогой зритель, добра, счастья, здоровья, успехов во всех началах. Всех благ. Пока-пока.